Друзья, добрый день. Меня зовут Лысинов Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас нахожусь в регионе Кушадас. Это Турция. Как раз таки после коронавируса первые полетные программы из Беларуси начались. Отель, который мы будем с вами инспектировать, Holiday Kustar Village. Территория возле ресепшена. На входе нам мерят температуру. Проходите через специальный коврик, чтобы бактерии не заносить. Выдают масочки, маски, антисептик. Топ-топ. Пичку передарим. Приветственный коктейльчик. Смотрите, какой красивый. Судя по всему, отель еще не стартовал. Индивидуальные ручки. Спасибо, что смотрите мой канал. Если хотите поблагодарить меня, вы можете подписаться на мой канал. Есть кнопочка большая, жмите ее, подписывайтесь. Порекомендуйте мой канал вашим друзьям, знакомым. Я вам буду за это очень признателен. Также пишите ваши комментарии, отзывы. Если вы были в этом отеле, обязательно напишите ваши впечатления. Ресепшн. Ресепшн открытого типа, прямо на улице. Вижу одноэтажные бунгало уже сразу. Вот они, смотрите. Тут рядом есть карта, давайте посмотрим территорию. Ху-ху-ху-ху, какая территория большая. Надеюсь, нас не будут сейчас гонять по всей. Покажут основное. Вижу футбольное поле. На первой береговой линии вся инфраструктура находится. Обозначение. Кому-то интересно. Если кто-то не может попасть в музей, прямо на территории отеля здесь есть колонны. Это или римские, или греческие. Понимаю, вот это вот. Это от каких-то ваз больших. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие отели по миру, вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска payviking.by на нашем сайте, или вы можете обратиться к нам в компанию, мы поможем организовать вам поездку. Сайт наш viking.by. Слушайте, ну территория прикольная, очень зеленая, много разных растений, и вот какое-то красное дерево, и пальмы, и еще пальма маленькая, и туя, и сосна, и цветочки. Очень колоритно все это смотрится. Да, территория такая крутая, что все вот идут и фоткают. Если тут девочки будут какие-то отдыхать, им столько локаций для фотографий, что, наверное, за весь отдых они не перефотографируют здесь все. Маленький бассейн для детей, сантиметров 30-40, ага, 50 написано, вижу. Большой бассейн для взрослых. Там бар, то, что мы с вами на схеме смотрели. Бар. Раба. Хорошая зона для отдыха здесь, камин, красота. Да, детская площадка огорожена, все огорожено. Типа нельзя посещать. Но я думаю, они эти ограничения снимут, и детям будет возможность здесь поиграть. Прорвался я через ограждение на игровую площадку, чтобы вам показать. Это оливки, конечно же, видите. Здесь тени нету, солнце прямое. Вот, для занятия спортом тренажеры. Так, 320 стандарт тип номера. Здесь у нас плитка на входе и везде. Смотрим ванную комнату. Фен маленький. О, здесь есть ванна, к слову. И душ, вмонтированный в стену. Другого душа здесь нету. Дальше идем. Дополнительное одеяло, подушка, большой сейф, все в плитке, одна большая кровать, одна маленькая, кондиционер индивидуальный, LCD-телевизор, конечно же, холодильник должен быть. Вот здесь вот, ну и он пока что пустой, но они его будут заполнять, как говорил. И есть еще кресло, оно, судя по всему, раскладное. Балкон большой, два кресла, стол. Сушилка для одежды. И вид у вас на бассейн и на сад. Смотрим еще разок. И все, покидаем этот номер, идем дальше. Идем с вами на пляж.
Молодец. Мини-клуб. Тут же справа амфитеатр. Здесь же я вижу теннисный корт. Сейчас все вам быстро покажу, чтобы уже максимально у нас был обзор. Потому что амфитеатр. Они еще не запустились, поэтому здесь еще так все составлено. Баскетбольная площадка, теннисный корт. Это у нас все вот здесь вот. Баскетбольная. Вот рядышком теннисный. Я думаю, заходить не надо, вы и так видите все. Здесь же рядом аквапарк. Детский бассейн, детский аквапарк. И взрослый бассейн. Снэк-бар на берегу моря. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, на самом деле их 7, если крайнюю считать за 3. Вот такой аквапарк. Kids Club, они сказали, работают. Но сейчас это все по предварительной записи. Они уменьшают количество детей. Точно так же, как и спа. Если вы хотите попасть в спа, то нужно заранее записаться. И там ограниченное количество людей. Тени здесь нету, прямое солнце. Если бы был тент, было бы гораздо интереснее на этой площадке. А так здесь будет солнышко. Смотрим, если он открыт. Опа, закрыт. Пол весь в плитке. Детям будет тепло. 20 сантиметров. Здесь и бассейн 30, а 42, 50. Он, судя по всему, под наклоном немножко. То есть там, где дракон стоит, там мельче. А здесь глубже. Здесь уже 50 сантиметров. И рядышком второй бассейн. Еще рестораны. Это бар. Ага, из особенностей между пляжем и отелем проходит дорога. Вот эта дорога. Чтобы перейти, необходимо, наверное, подземный переход где-то есть. Сейчас мы с вами его найдем. Еще один бассейн с фонтаном каким-то посередине. Только он сейчас не работает. Я вижу, несколько джакузи есть. Один, два. Два так точно. Вот они. Кустур Клаб. Куда все кушают? Ресторан. Это бензин. О, красивенько. Не сами. Все чистенько, аккуратно. Ну, здесь все то же самое, обслуживание будет происходить. Будут обслуживать. Ребята готовятся. Да. Мне нравится, ресторан крутой. Идем с вами на пляж. Судя по всему, это вот эта вот дорога. Сюда нам надо идти. Ага, да, указано бич. Идем на пляж. На улице мы, кстати, с вами не были, а здесь гриль будет. Прямо на улице. Готовят, греют. И кушаете. Так, это зона кальяна, судя по всему, была. Или гюзлюме. Ну, скорее всего, кальян работать не будет. Это жаль. Кустур Клаб. Очень колоритно здесь. Все никак не могу налюбоваться этими деревьями, цветами. И вот, как я и говорил, здесь будет подземный переход через дорогу. Только тут... А вот, я думал, тут придется проползать. Но на самом деле не все так страшно. Здесь 160 сантиметров, то для детей проход. А для взрослых, вот он, 1,80 м. Если вы выше, то лучше наклонитесь. А то можно шишку себе набить. И мы попадаем на территорию уже пляжа. Бар. Foods and Drinks. И вот он наш пляж. Через мостик переходите. Значит, что у нас здесь? Вход песчаный. Здесь у нас сделаны бетонные отбойники, которые, чтобы вода не смывала песок. И здесь стоят будут шезлонги и зонтики. Вижу, там есть кусочек скалы. Значит, где-то здесь могут быть и камни. Это естественно, потому что, видите, слева скала, справа скала. Красиво, хороший вход. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Спасибо.